В лагере, рассчитанном на 500 человек, число проживающих постоянно меняется. С утра было 476, к обеду 60 человек отправили на поезд, следующий в Тамбов. Там люди найдут новое место жительства. На их место приедут новые. Есть планы расширить палаточный лагерь до 1000 мест. Для этого ведется подготовка новой площадки. В пункте временного размещения созданы все условия для временной, но полноценной жизни. Душевые кабины, столовая, игровая палатка для детей. В лагере постоянно дежурят медики, готовые оказать любую медицинскую помощь. Наша страна принимает беженцев с привычным для нас гостеприимством, оказывая внимание каждому прибывающему, ведь большинство из них останутся жить в России.